отправляемся в небольшую деревеньку Покрышево, что недалеко от Слуцка. Здесь находится здание бывшего винокуренного завода. Основан он был в 1875 году. На фасаде центрального здания значится дата 1911 год. Полагают, что именно тогда завод был достроен и приобрел черты модного тогда стиля модерн. В таком виде он и сохранился до наших дней. Аббревиатура МГП – это инициалы владельцев и основателей завода, помещиков Михаила и Григория Погревских. И первым продуктом, который здесь производили, было картофельное вино. Говорят, оно пользовалось большим спросом не только в Российской империи и в соседних странах. И сегодня здание не пустует. Здесь расположился завод по производству уксуса. Все современное производство направлено на приготовление исключительно натурального продукта. Здесь производят, к примеру, яблочный, бальзамический, даже рисовый уксус. И с радостью покажут, как происходит этот процесс всем желающим во время экскурсии. Рядом находится музей народного быта. Бывшее здание старой мельницы по инициативе руководства уксусного завода было выкуплено, отреставрировано и теперь принимает посетителей, рассказывая о старинных предметах деревенского быта. Коллекцию собирали опять-таки сотрудники завода по окрестным деревням. Что-то пылилось на чердаках, что-то было выброшено в подвал, а теперь составляет часть интереснейшей коллекции. Жернова мельницы, старинные утюги, фляги, прялка, детская люлька и многое-многое другое можно не только увидеть и даже прикоснуться к этим предметам. Давайте и дальше открывать для себя интересные места в нашей родной Беларуси.